Не без волнения первые выпускники Сочинского ресурсного центра по подготовке энергетиков защищают дипломные работы. Экзамен ответственный, да и комиссия непростая. Помимо преподавателей, в ее составе и будущие работодатели, специалисты Кубанинерго. 22 выпускника – это первый итог работы ресурсного центра, созданного 2 года назад на базе Сочинского профессионального техникума. Для обучения электромонтажников оборудовали вот такие аудитории. Педагоги прошли стажировку и повысили свою квалификацию. В рамках социального партнерства Кубанинерго также внесло свою лепту – силами компании оборудован учебный полигон, на котором студенты отрабатывают практические навыки эксплуатации электросетевого оборудования. При взаимодействии с Кубанинерго это позволило создать мощную базу для подготовки специалистов в области энергетики. Надеюсь, что она не только будет продолжена, такая практика, а мы найдем еще больше точек соприкосновения с Кубанинерго. И самое важное, предприятие предоставляет студентам рабочие места не только на период производственного обучения, но и после окончания техникума уже на постоянной основе. На тех знаниях, которые были получены на базе учебного центра, ресурсного центра, обучение персонала не заканчивается. У нас на предприятии существует очень мощный институт наставничества, и ученики этого лицея смогут продолжить свое самообразование на базе Кубанинерго и, соответственно, профессиональную подготовку в том числе. По итогам почти 3 лет обучения в техникуме и по качеству защиты дипломных работ 7 счастливчиков получили приглашение на работу в сочинские электрические сети. Эта профессия нужна стране, и так как она новая открылась, я решил попробовать свои силы получить профессию. Честно говоря, я не ожидал. Я очень рад, что получил приглашение. Сотрудничество Кубанинерго и ресурсного центра будет продолжено. Так, в этом году на первый курс уже набрали 50 студентов, в 2 раза больше, чем в прошлом. Ведь по информации кадровой службы сочинских электросетей, в год компании нужны около 100 высококлассных специалистов. Галина Моисеева, Ольга Десятова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.